В Алматы продолжают модернизировать рынки. Многие торговцы уже переехали на новые места и теперь работают в комфортных условиях, где летом не жарко, а зимой не холодно. Завершился судебный процесс между управлением земельных отношений и руководством рынка «Глория». По решению суда базар начали сносить для того, чтобы построить торгово-транспортный коридор с развитой инфраструктурой. Тему продолжит Айбану Анарбаева. На всем известной алматинской барахолке на месте незаконных рынков грандиозное строительство. А сегодня освобождается последний из 16 участков, чьи владельцы установили торговые контейнеры на красной линии. Решением суда все они переданы под снос. Освободившаяся территория пойдет под расширение дороги. Строительство надземных пешеходных переходов на скоростном автобане уже началось. И управление дорог в этом году должны начать строительство реконструкции улиц Северное кольцо со строительством пешеходных переходов 5 и дублерных проездов по обе стороны улицы Северное кольцо. Согласно проекту детальной планировки торгово-транспортного коридора, на улице Северное кольцо будет восьмиполосная скоростная магистраль с надземными пешеходными переходами. А по дублирующим можно будет попасть на территорию современных торговых центров со всеми удобствами, зонами отдыха и стоянками для автотранспорта. Одновременно с демонтажом рынков решается вопрос трудоустройства тех, чьи торговые места попали под снос. 6500 предпринимателей барахолки уже работают в комфортных условиях, переселившись на альтернативные торговые места. При выборе торговых объектов было учтено арендная плата, то есть соразмерно той арендной плате, которую они платили на торговых рынках. При обсуждении данного вопроса с руководителями торговых центров, торговых домов, многие руководители с пониманием отнеслись к данному вопросу и готовы предоставить от 1 до 3 месяцев различных преференций. В настоящее время начато строительство торговых домов «Алатау» и «Олжа», а проекты рынков «Юпитер» и «Салем» уже прошли экспертизу. Инвесторы и собственники готовы приступить к работам. Под государственные нужды, то есть для реализации плана модернизации территории в районе улицы Северное кольцо, будут изъяты 79 земельных участков. Из них 14 – наделы, которые занимают рынки. Всем собственникам на законных основаниях будет выплачена компенсация. Программа модернизации городских рынков и обустройства торгово-транспортной инфраструктуры закончится со сносом последней торговой площадки, не соответствующий современным требованиям. Айбану Анарбаева, Елкунжан Ашимжанов, Аль-Фараби Гусинцов, Алматы.